Ребят, ну что, в общем, мы подъехали сейчас в деревню, бывшую деревню Елгазина. Сейчас от нее здесь осталось только одно кладбище. Сама деревня исчезла при строительстве аэропорта Домодедово. Аэропорт Домодедово, вот там находится, вон самолеты стоят. Я здесь был где-то лет 5 назад. Здесь были огромные дубы, клены. И сейчас совершенно другая картина. Сейчас я вам покажу. Смотрите, вот все. Вот такая сейчас картина. Все поспиливали, все деревья. Вот сами памятники. Вот видим здесь прям, ну, трактора прям по могилам ездили. Вот следы, видите, вот старые памятники. И вот колея от техники. То есть вот так вот. Вот так здесь все происходило, значит. Ну, никакого уважения нету. Вот. Вот такая картина, смотрите. Тут и перчатки забыл свои, да, работали люди. Ну, то есть вот так вот здесь. Вот видим, металл лежит, даже вот крест. Вот лежит просто крест, вот так вот в стороне от всего, да? Смотрим. Я даже не удивлюсь, что здесь вот были захоронения, просто их сравняли с землей. Ну вот все, что осталось от этого кладбища, смотрим, да? Вот вы можете представить, да, какое было дерево, если вот такая толщина. Сейчас пройдемся, посмотрим еще, что здесь. Не знаю, зачем это делать, это никому не здесь, здесь никакой застройки не может быть. Просто взяли вот, сравнялись с землей, здесь поспиливали все деревья. Зачем это нужно было делать, вообще непонятно никому. То есть видите, да? Все поспиливали. Первый год захоронения, 57 год. Такое старое кладбище. Вот, смотрите, пожалуйста. Да? Тут уже трудно что-то понять, но, скорее всего, это надгробие очень старое. Думаю, 1800 каких-то годов. Вот смотрите, скончался, написано, скончался 1866 год, 26 лет, скорее всего.
Ну, написано дальше. Кто-то пытался, подмазывали цементом, чтобы как-то хоть немножко подольше простояло. Но, пожалуйста, администрация аэропорта приехала на строительной технике и всем на все наплевать. Вот прям по могилам ездили.